de limandır Fırat. İçindeki o yaralı çocuğu, bu çatı altındaki herkes hep birlikte iyileştireceğiz. Hadi herkes kameraya baksın. Çekiyorum. Karabeylere kurşun sıkacak adamlar toplaşacağız. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Что сделает Фират, узнав правду? Смогут ли господин Кудрет и Баран прогнать Хасана из особняка? Сработает ли разговор Барана и Дилана с Фератом? Хотя Кудрет весь счастлив, что Баран и Джихан Фират являются частью их семьи, что произойдет? Как то, что произошло, повлияет на Фирата, когда у него будет семья, о которой он мечтал много лет? Что планирует сделать Джавахир снова? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Фират был очень счастлив принадлежать к той семейной среде, к которой он стремится, чтобы Хасана выгнали из особняка, а Джавахир не смог найти человека, который застрелил бы Карабеев, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Фират будет подобен рыбе, вытащенной из воды, когда в неожиданный момент он столкнется с неожиданной правдой. Хотя его семья находится рядом с ним в течение многих лет, ему будет очень грустно, когда он подумает о боли, которую перенесли он и его семья. Он никогда не простит своего детства, которое было украдено у него, а также у Азади Ханым и Хасана, которые это сделали. Потому что Фират – единственный, кто знает, какое одиночество и боль он испытывает, очень ранен в этом отношении. Когда Фират узнает, что Хасану известны все эти истины, он больше не захочет видеть его рядом с собой. В любом случае, Баран и Кудрет Бей не хотят держать его в особняке. Когда Фират отреагирует так, они захотят прогнать Хасана. Однако Хасан исчезнет, опасаясь за свою жизнь, как он слышал, узнал Фират. Тот факт, что Хасан больше не нужен никому в особняке, может заставить его встать на сторону Джавахира. Когда Фирату требуется некоторое время, чтобы оправиться от шока, Баран не может его вынести. С ним Дилан, и они идут в Фират поговорить. Дилан скажет, что понимает его, потому что он прошел через такую же ситуацию, но теперь его семья, которой он чувствует, что ей не хватает, рядом с ним, и они готовы залечить все его раны. Баран скажет Фирату: «Давайте будем братьями и избавим вас от боли нашей многолетней вражды». После этого разговора Фират смягчится и подумает, что настоящая виновница – госпожа Азади. Когда Фират назовет господина Кудрета отцом, господин Кудрет будет очень рад и обнимет своих сыновей. Дамы тоже будут рады посмотреть эту красивую, радостную картину. Больше всего это понравится госпоже Азади, потому что она воссоединила Фирата с его семьей. Потому что, если бы он не заговорил, никто бы все равно не узнал, и он продолжал бы так до конца своей жизни. Фират не знает, как привыкнуть к существованию своего отца, братьев и сестер, и оказывается в той среде, которую хотел годами. Пока господин Кудрет заботится о нем и балует его, а Баран и Джихан также заботятся о нем, Фират будет очень рад и поделится этим с Гулем. Как всегда, Гуль его поддержит и скажет, что теперь наша очередь порадоваться, и давайте насладимся этой прекрасной семейной атмосферой. С тех пор, как отец Джавахира отнял у него руку, у него почти никого не осталось, кроме Шаира. Поэтому он поручит Шаиру искать врагов Карабеев. Поэт найдет несколько мужчин, но их недостаточно. Потому что очень трудно найти человека, достаточно смелого, чтобы выстрелить в Карабеев из ружья. Враги предпочтут держаться от них подальше, даже если не знают, что с ними будет, если они причинят вред этому великому племени. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.